Помню, в 82-м Лёлик помер. Точно так же снежок пошел. Нас тогда в дурдоме всех чистое переодели. В кабинетах главврача. Холле. Зимний сад устроили. В том саду телек. Нас там с копом всех собрали. Буйных, тихих, неврастенников. Санитары, доктора тут же. Сидим тихо. Никто не бузил, не смеялся. И в телевизор не плюнул. Хотя могли бы. Что с нас взять? Сихи. Гроб опускать стали, пушки бухнули. Один капитальный малый из буйных. Он Калигулой представлялся. Встал, молча к телеку подошел. И молча звук прикрутил. Тихо стало. Страшно! Ты что, Жора? Ласково вот так психичка дежурная спрашивает. А он отвечает. По всей стране гудят. Хочу знать, как у нас. А у нас все дома.